Возможно, самый главный фактор, определяющий успешность человека, является фокус. Фокус нашего внимания, способность зафиксировать свое внимание на задаче и максимально использовать ресурсы нашего мозга для того, чтобы эту задачу решить. К сожалению, сейчас у нас много всяких раздражителей, отвлекающих факторов. Мы сами склонны к прокрастинации в таком обилии информации. Вот. И в результате мы не формируем должного фокуса. При этом все, что мы знаем из истории успешных и великих людей, вот, они обладали предельным фокусом. Значит, что это такое фокус? Фокус-покус. Значит, думаем мы с вами подсознательно, да, то есть мы загружаем в свою голову разные факты, обстоятельства, информацию там, и так далее. Дальше она там варится, как-то что-то с ней происходит, и дальше она выплевывает мысль вашу. Значит, и вот если вы загружаете целенаправленно в вашу голову информацию по вопросу, которым вы занимаетесь, то вы, то, что называется, формируете информационную доминанту. То есть вы формируете свою настроенность мозга думать про определенную тему. У великих знаменитых людей все это заканчивалось казусами, когда они настолько в себе-то все загрузили, и их голова настолько все варила, что им даже не хватало как бы ресурсов мозга для осуществления какой-то сознательной деятельности. Например, есть знаменитая история про Эйнштейна, который пришел, сел, его позвала жена за обед. Он сел, пришел, со стола его вызвали. Вот, он сел, перестал и сидел, и смотрел в тарелку. И что-то его мозг в этот момент варил. Вот, и до тех пор, пока ему жена не дала в руку ложку, он не стал есть. А так он, ему дали ложку, он, значит, стал есть. Но, видимо, в какой-то момент тоже у него уже энергии не хватило. Весь фокус был на какой-то интеллектуальной задаче, которую он решал в этот момент. Вот. И он просто встал и удалился, ни с кем не поздоровавшись. А там были гости, почему мы знаем про эту историю. Вот. Потому что гости были немножко шокированы, значит, сфокусированностью этого гения. Вот эта способность к фокусировке – это один из ключевых таких навыков, которые мы должны в себе сформировать для того, чтобы использовать весь мозг. А мозг – это же расчетные сервера. И если у вас много включено расчетных серверов, вы хорошо посчитаете задачу. А если включено мало, то будет не очень хорошо. Вот. Поэтому задача как раз научиться погружаться в это состояние, когда ваша мысль бьет, так сказать, реальность и пытается найти в ней то, что вам нужно для вашей жизни, для отношений, для работы, для науки, для любой деятельности. Потому что фокус важен везде.